На сегодняшний день мы уже начали выполнять виды работ, такие как внесение органики, внесение минеральных удобрений. Начали пробовать на повышенных участках пахать плугом, зацепливаем селки на подсев трав. Готовим технику, день-два выйдем на внесение подкормки озимых касом. На данный момент проблем с ремонтом техники нету. С 20-го, где-то марта, может 25-го, как только почва прогреется. Ячменя будем сеять на площади 250 гектар однолетних, и потом дальше свекла, кукуруза. Планируем, да, 45 центнеров зерновых дать урожайность, а с кукурузой 47 в среднем планируем на такую урожайность выйти.